Друзья, приветствую на портале обучения и саморазвития. Приглашаю всех в увлекательное и, главное, аппетитное путешествие по всему миру. Сегодня мы поговорим о самой удивительной уличной еде, которую предпочитают местные жители разных стран. Лучшие стритфуды мира распахнут для нас свои объятия и удивят не только разнообразием ассортимента и колоритом местной кухни, но и приоткроют занавес в историю своей страны. А главное, помогут лучше узнать национальные традиции и поменять менталитет коренного населения. В общем, сегодня у нас на обзоре первый топ-12 стран и лучших блюд удивительной уличной еды со всего мира. И начнем наш обзор с Северной Америки. Аляска – удивительное место с красивейшими природными заповедниками, чистым воздухом и глубоководными просторами. Суровые условия региона формируют и рацион питания местного населения. Чем же любят по-быстрому перекусить жители самого северного штата Америки? Главным представителем настоящей уличной еды Аляски, конечно же, будет рейндог. Рейндоги, хот-доги из оленины, пользуются особым почтением и незаменимы на мероприятиях с большим скоплением народа. Праздники, ярмарки, гонки на собачьих упряжках. Сосиски из карибу, мясо северного оленя, часто готовят с добавлением фарш-свинины для придания изделиям сочности. Перед подачей их предварительно обжаривают на гриле. Складывают ингредиенты в следующей последовательности. В булку, приготовленную на пару, укладывают сосиску, поливают соусом, гарнируют маринованным луком и огурцом. А также распространен для нас уж совсем необычный вариант с жареным луком, который предварительно мариновался в Кока-Коле. Хотя это же американцы. Ну тогда ладно. Япония – загадочная и притягательная родина самураев, аниме и боевых искусств. Страна контрастов, где удивительным образом совмещаются нанотехнологии и древние традиции. Национальная кухня Японии признана эталоном здорового питания, где отдается предпочтение минимально обработанным продуктам. Также натуральная и в то же время пикантная уличная еда Японии способна удивить любого. Поэтому даже обычный стритфуд в Японии – это праздничный аттракцион, заслуживающий особого внимания. Его, кстати, почти не встретишь просто так на улице. Это скорее атрибут праздничных мероприятий и ярмарок. Но так как праздников в Японии много, у туристов есть все шансы насладиться удивительными блюдами мастеров оригинальной уличной кухни. Окономияки – японская пицца – одно из популярных и необычных блюд японского стритфуда. Основанием для этой пиццы служит лепешка, состоящая из тертого ямса и рубленой капусты, заправленные сырым яйцом. Для начинки используют лапшу, морепродукты, сыр, свинину, овощи, поливают коричневым сладким соусом с майонезом. Сверху укладывают морские водоросли и посыпают стружкой из сушеного тунца. Любителям шашлыков Японии также, разумеется, предложат все, что можно насадить на шампур. Кусочки мяса, курицы, кальмары, осьминоги, каракатицы, гребешки, мидии и даже сосиски с овощами подают блюда с соусом или солью. Нравится видео, идея канала и количество полезной информации в секунду? Ставь лайк, подписку и колокольчик. И поехали дальше! Италия. Живописная, уникальная, с неповторимым характером страна. Пропитанная любовью – колыбель мировой культуры. Она издавна славится своими изысканными кулинарными традициями. Итальянская кухня – одна из изюминок Средиземноморья и такая же удивительная уличная еда Италии. И если разговор заходит про стритфуд, на ум приходит почти только американские гамбургеры, арабская шаурма и китайская лапша. Однако здесь она существует, и итальянцы подходят к ней со всей основательностью. Вкусная уличная еда Италии готовится быстро и стоит недорого, но качество приготовленного блюда всегда будет на высоте. Представляем вашему вниманию две замечательные закуски, характерные для традиционной итальянской кухни. Оливье Аскалана – гигантский сорт оливок из региона Марке, фаршированные рубленым пряным мясом с добавлением пармезана и лимонной цедры. Панированные в сухарях и обжаренные в масле, отлично сочетаются с сухими итальянскими винами, подчеркивая свежесть и аромат букета.
Это настолько вкусно, что блюдо не успевает задерживаться на прилавке. А для любителей морепродуктов стоит обратить внимание на бумажные свертки-кульки в торговой зоне. Это самая популярная на побережье уличная еда Италии. Пеше фрита альконе, жареные во фритюре дары моря с долькой ароматного лимона в конусе. Продаются во всех портовых городах страны. В зависимости от улова, вам предложат микс из креветок и кальмаров или мелкой рыбки. Бразилия – мечта путешественника. Джунгли Амазонии, карнавальные феерии, грохот водопадов Игуасу, знаменитые пляжи Рио-де-Жанейро и тонкий аромат кофе притягивают миллионы туристов в эту страну, известную своим радушием. Уличная еда Бразилии отличается своей умеренной остротой и пряностью, иногда в созвучии с кремовыми нотками. Она вобрала в себя черты европейской, индийской и африканской кулинарии. Первое, что произведет впечатление на любого любителя аутентичной кухни, это фейджоада – национальное блюдо, которому 300 лет и которое является гордостью бразильцев. Что же из себя представляет знаменитая бразильская фейджоада? Основу составляют черные бобы, копченые свиные ребрышки, кусочки вяленой говядины, два вида копченой колбасы, травы и специи. Подают фейджоаду с чесночным жасминовым рисом и сложным овощным гарниром, тонко нарезанной и обжаренной в пряном соусе зеленой капустой, острыми томатами, фарафой, обжаренная в масле мука маниоки, что-то наподобие нашей манки, а иногда и с кружочками апельсина. Сингапур. Ворота Азии. Страна, мечта, процветающая, технологичная. Оазис успеха и больших надежд в некотором роде – настоящий Диснейленд для взрослых. Здесь смешались множество культур, разных стилей и вековых традиций. Уличная еда Сингапура такая же многогранная и мультинациональная. Она соединила в себя традиции индийской, индонезийской, малазийской и китайской кухни, приобрела необыкновенную вкусовую гамму и оттенки ароматов. Быть в Сингапуре и не попробовать местный стритфуд равно преступлению. Так что же выбирать из разнообразия колоритной уличной еды для начала? Однозначно будет лакса. Такого блюда вы не попробуете больше нигде. По сути, это одна из разновидностей азиатского супа карри. Особо знамениты два из них – Пананг Асам Лакса и Карри Лакса. Асам Лакса – сытный, пикантный, густой сваренный из сухих анчоусов суп с добавлением креветочной пасты и ломангресса, а также изобилие азиатских пряностей и специй. Карри Лакса готовят с рисовой лапшой на основе куриного бульона и, внимание, кокосового молока. В тарелку с супом добавляют мясо курицы, креветки, рыбные фрикадельки, половинку вареного яйца, ростки сои и жареный во фритюре тофу. Оформляют листиками базилика и вьетнамской мяты. Отдельно подают острый соус чили и соломку из свежего огурца. Любители острой пикантной кухни оценят по достоинству это блюдо. Мексика. Зажигательные танцы, живописная природа, памятники древних цивилизаций. Смесь карибской, испанской и индийских культур нашли свое отражение в национальной кухне. Она придется по душе всем, кто любит яркие, оригинальные вкусы. Уличная еда Мексики такая же неповторимая, острая и горячая, как темперамент мексиканцев. А если вы хотите попробовать самое колоритное блюдо, отведайте мексиканский шоколадный соус для мяса и птицы. Идеальный баланс пряностей, остроты и фруктовой сладости. Моле поблана. В состав этого соуса входит до 100 ингредиентов. Мясной бульон, горький шоколад, несколько видов перца, масло, орехи, сухофрукты, семена и разнотравье. Вкус просто незабываемый. Так что если захочется мексиканских страстей, для романтического ужина приготовьте курицу поблана, используя рецепт этой солнечной и горячей страны. Ну и, наконец, Таиланд. Одна из любимейших стран для любителей всевозможных вариантов отдыха и удивительной восточной кухни, а заодно страна улыбок, жаркого солнца, ласкового моря и потрясающей природы. Уличная еда Таиланда – это визитная карточка и одна из главных достопримечательностей Сиама.
Основой блюд является рис и его производные. Очень популярны блюда из овощей, фруктов, зелени. Из мяса предпочитают курицу или свинину, а также всевозможных речных и морских обитателей. Самые восторженные эпитеты собрала тайская кухня. Она дает возможность ощутить всю палитру вкусов и разнообразие блюд местного стритфуда. Фаворитом этого гастрономического рая смело можно назвать «Сом Там». Острый салат из зеленой папайи. Он очень популярный и, кстати, по праву считается одним из самых вкусных салатов в мире. И неудивительно, так как в нем идеально сбалансированы 4 вкуса – кислый, сладкий, острый, соленый. Помимо папайи, в блюдо входят овощи и морепродукты, которые немного отличаются в разных регионах. Кстати, этот салат можно приготовить и самостоятельно. Для этого нужно взять папайю, можно заменить ее и зеленым манго. В общем, нарезать фрукт тонкой соломкой, смешать с жареным арахисом, стеблями молодой фасоли, свежим огурцом и помидорами. Добавить туда разнообразные морепродукты и полить азиатской заправкой на основе рыбного соуса, чеснока, сока лайма и перца чили. Ну а при подаче для самых гурманов и эстетов можно еще посыпать рубленой кинзой. Второй хит из нашего списка удивительной уличной еды Таиланда – хрустящий устричный омлет «Хой Тот». Непривычное для европейца название. И, конечно, сочетание ингредиентов, но для жителей Таиланда, Филиппин и Малайзии самое что ни на есть абсолютное удовольствие. Они обожают это блюдо, которое стало символом изысканной уличной еды. В чем секрет его популярности? Попробуем описать последовательно все операции этого процесса. Маринованной устрицы следует освободить от рассола и слегка обжарить, добавив соль, перец. Отдельно на сковороде приготовить мучную пассеровку с маслом, добавить сливки и устричный ликер. Затем это варить до загустения, а полученный соус соединить с готовыми устрицами. Далее нужно взбить яично-молочную смесь, добавить туда местные специи и вылить на горячую сковороду. На середину омлета следует выложить устрицы в сливочном креме и обжарить его с двух сторон. А в конце, как и всегда для красоты и пользы, посыпать мелко нарубленной зеленью. И завершает наш рейтинг топ-12 самой удивительной уличной еды мороженое с необычными вкусами из самой Франции. Лазурный берег, фестивальная Ницца, главный город французской Ривьеры. Что предложит местный стритфуд для любителей насыщенной культурной программы? В летнюю жару лучшим выбором из уличной еды Франции будет, конечно же, мороженое. Оно поможет не только охладиться, но и поднять настроение. А местные лавочники предложат вам огромный выбор вкусов. Какого мороженого здесь только не увидишь. И разнообразные цветочные вкусы, такие как роза, лаванда, жасмин, мак, более непривычные для нас вкусы жвачки и оливок, или даже мороженое со вкусом таких алкогольных напитков, как пиво, пинаколада и мохито. Итого более 50 видов мороженого и 90 вкусов ароматизаторов, а также 36 видов щербета. Как ни крути, настоящий рай для сладкоежек и любителей необычного мороженого. Вот такие мегаблюда удивительной уличной еды всевозможных стран мира мы для вас подготовили. И это, кстати, только начало. Дальше будет еще круче и увлекательней. Вас ждут настоящие открытия. Надеемся, что они вдохновят вас на путешествия и познание мира. Конечно же, путешествовать стоит далеко не только ради еды, но и это отличный повод, чтобы начать. А далее уверены, что вам настолько понравится, что вы уже не сможете остановиться. Пишите, друзья, о каких странах, их кулинарных традициях уличной еды вы бы хотели узнать в наших следующих видео. Какая кухня, по вашему мнению, самая удивительная, необычная и разнообразная? А пока смотрите и другие туристические видео у нас на канале, например, о самых бедных странах мира или куда проще и дешевле отправиться зимой на море. И, конечно, если вам понравились наши видео, не забывайте подписываться, ставить лайки. До скорых встреч!
Но на этом еще не конец. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на наш Summary Club экспресс-обучения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее. А главное, экономить сотни и даже тысячи часов и долларов на образовании вместе с нами и нашими экспертами. Также не стесняйся, пиши свое мнение и вопросы по теме. Давай обсудим их со зрителями и профессионалами, ведь мы читаем все комментарии. Поддерживай нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, заходи на наш официальный сайт портал обучения и саморазвития, где можно найти многие материалы и в печатном виде. Ну а сейчас отправляйся заниматься полезными делами в реальной жизни или переходи к просмотру других видеоканалов и по ссылкам в описании. Всем добра!